праздником всех, особенно хотел бы поблагодарить за прием победителей, ее подобие игуменью Георгию. Матушка для меня не только радость, но мы видим чудо совершенное преподобной Арсении в этом месте. Когда уже монахи не строили такую обитель, кто видел обитель в разоренном виде, видел торжество православия, потому что ничего ее разрушить не может. Верхний храм праздничный, с карарским мрамором. Внизу молитва монахи ежедневная, а еще ниже подвиг затворничества и молитвы святой Синицы. В наше время такого монашества еще нету, но вы его строите, Матушка. Поэтому, помимо душевного ощущения этой радости торжества такого, к этому и милость Божия проявляется на нас, и совершенно ясно, что сила Божия, она в нашей немощи совершается, потому что, братья и сестры, мы все по природе грешны. Владевают нами страсти, с которыми бороться не можем без Бога. Страсти порождают грехи. А сила именно не понятие, кто более или менее греховный, а сила именно сила в покаянии. Недаром апостол Петр всю жизнь в слезах плакал. Недаром на Западе, на всех колокольнях петух. Тот лектор, который троекратно пел после отречения Петра. Это сила верховных апостолов именно в этом силе покаяния. Вот сила покаяния – это торжество на земле для всех нас. И нету никаких заслуг, есть только эта сила, которая проявляется, когда человек находит путь в церковь, который находит в свое время это понятие, что мы по природе грешны. На Западе очень трудно это объяснять. Уже потеряно много чего из сознания нравственного, духовного и богословского. Здесь растет. Я думаю, что это именно торжество именно в этом, что когда духовенство принимает Пасху, именно разогревая в них эту силу покаяния, монашество, которое это в себе является образом, я, конечно, всех приветствую. Всех вас, которые присутствуют, Матушка, особенно всех сестер ваших, с которыми подвиг вместе совершаете. Потом есть виновник моего присутствия здесь, Владыка Елисей, который на прошлой неделе мне зовет и повелительно говорит, что надо приехать. Елисей не ошибается. Надо было приехать. Я вам очень благодарен.
такое повелительное, дружное еврейское приглашение. И я очень рад, что с вами сегодня. Потому что на этой земле все рождается, конечно, никогда ничего не умирало. Я думаю, что вот в этом вся наша радость. Ну, Антония приветствую, потому что мы, оказывается, давно как-то в каком-то мире общались. Мир тесен так, что все время мы вместе и оказываемся в полном единстве, которое тоже своего рода сила. Спасибо, Господь, с вами сегодня. Дорогие мои отцы, которые сегодня все практически собрались, чтобы прославить нашу матушку, игумени Арсения, нашу святую. Мне бы, во-первых, хотелось бы передать благословение и приветствие правящего архиепископа нашей Новгородской и Камышинской митрополии, митрополита Германа. До последнего он хотел присутствовать сегодня здесь, совершать божественные труды, но, к сожалению, обстоятельства так сложились, что он не смог приехать сегодня сюда и совершать божественные труды. Но вчера он так дружественно очень благословил нас, владыку Михаила, и меня, кто прибудет здесь, именно совершить здесь вот такое праздничное богослужение. Спасибо Господи. Это очень ценно, очень важно. Потому что прославление матушки игумени Арсении, ведь оно не произошло не в том году, не 5 лет назад, не 10 лет назад, оно произошло уже давно, наверное, еще при жизни матушки игумени. Когда, приезжая сюда, многие церковные начальники, священные начальники, увидев этот монастырь, поражались его устроением, не только внешним, потому что внешне можно воздвигнуть, и будет красиво. Но главное – внутреннее устроение. И матушка игумени всегда старалась именно, чтобы сестры вели именно настоящий монашеский образ жизни. Хотя она была очень снисходительна к слабостям своих сестер. Это мы знаем на примере, как она именно сестру, которая страдала недугом, своей любовью все-таки помогла ей практически исцелиться от этого недуга, слабости. Все сестры смеялись, а она нет, она не смеялась. Она понимала, что куда она денется, эта бедная овца, овечка, можно сказать. Вот она свою любовь и так согрела. Поэтому, конечно, для нас это, для всех нас, и для архипастыря, и для священников, и для игумени, и для сестер монастыря, для всех здесь стоящих, братьев и сестер, гостей, это великий настоящий пример. Владыка, очень важно, что вы согласились на приглашение быть именно и на сегодняшнее торжество. Это для нас радостное событие, потому что очень видно было, как вы именно с такой любовью и с теплом совершали сегодня божественное. Для вас эта земля не просто. Вы ее посещаете. Вы с ней кровно связаны. Это ваша родина. Потому что здесь родились ваши предки, здесь они были, здесь был ваш отец, который в трудных ситуациях смуты, тогда еще 17-го года, 20-х годов, до казачества истреблялось, ему пришлось именно выехать за границу или побывать там, видеть именно, как наши люди там, именно русские люди, русские, проживали там, как было им тяжело. Поэтому для нас ваше присутствие сегодня очень важно. Спасибо вам большое, что вы так могили откликнуть на мою просьбу. И со мной Женевы, которые приехали
нам сюда. Спасибо, Господь. Это очень важно, когда вы сказали все в этот же день. Так, какое расписание будет служить? Было все понятно. Я, конечно, благодарю владыку Антония. Хотя он к нам близко, близко к нам находится, с нашим практическим сосед, но он тоже мобильно откликнулся на наше предложение, несмотря что на его занятость, он смог приехать и совершить эту жизнь. Конечно, я благодарю матушку Евгению, потому что она уже начала меня давно, как говорится, тревожить, дергать, владыка, что там, как у нас предложить, как у нас со службы, как у нас что. Вот, наверное, виновником является все-таки она. Спасибо, Господи, матушка, это правильно. И, конечно, я благодарю батюшку, наших священников, кто сегодня присутствовал, практически вся партия Люблинская присутствовала на служении. Утром они были другие, и сегодня были другие. Вот. Я благодарю, что вы так организованы, все двигались. И для вас это стало очевидным, что надо здесь вместе обязательно помолиться. Это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо, Господи. Сестры, я вас благодарю за ваш труд, за именно такой важный труд, незаметный для мирского глаза, но он очень важный. Мне бы хотелось, матушка, поблагодарить также владыку Тихона, который именно прислал и помог совершить сегодня литургию и послал свой хор, который сегодня пел во время божественной литургии. Спасибо вам, братья, за ваше сегодняшнее. И все, кто сегодня здесь присутствует, гости, которые откликнулись, потому что когда мы начали готовиться к этому богослужению, и наше вот такое городское начальство, областное начальство, говорит, мне тоже говорит, давайте делать праздник, давайте делать праздник. Я благодарю, конечно, и нашего губернатора, и его учителя, и других наших руководителей, что так они с пониманием относятся именно к этому важному вопросу. Вопрос духовной жизни. И вас всех, дорогие мои братьев, атаманов и казаков, здесь присутствующих, поздравляю вас с праздником, и моя к вам большая благодарность. И всех, кто сегодня помогал и помогает, будет помогать этой обители в проведении этого праздника, вообще в устроении духовной жизни. С праздником! Господи! Ваше Высокое Преосвященство, Ваше Преосвященство, дорогая Ваша Игуменья, Матушки, дорогие отцы, братья и сестры, и сегодня очень радостно быть здесь, присутствовать здесь, молиться вместе с вами. Я, к сожалению, не смог быть на прославлении, верить в торжество, но дал себе обещание, вот Елисей дал обещание Матушке, что обязательно приеду в первый день памяти Матушке Игуменье. И случилось милости Божией, я очень рад, что Господь позволил мне исполнить свое обещание. Этот человек для меня давно уже много значит, я говорю об имени Арсении, как-то в начале наверное, своего духовного пути, ее письма произвели на меня свое определенное ощущение. Я сегодня возвращаюсь к ним, перечитываю, и каждый раз я чувствую, что в ее словах есть удивительная сила древних концов. Как-то Господь ей дал такое, как говорит нам, богослужение. Мужа мудрый ум такой у нее, что она действительно писала и осуществляла свою духовную жизнь в духе Святой Отечества, в духе древних концов, отцов пустыни. И это удивительно, как владыка сказал Михаил, что пространство в мире духовном ничего не значит, так и время ничего не значит. Время так и сокращается. И вот сегодня, присутствуя в этой обители, мы как будто бы возвращаемся на 100 лет назад, в тот самый рассвет, когда здесь была игуменья Матушка Арсения, и сестры, движимые единым духом веры, порывом веры, то непростое все-таки время, уже тогда непростое время для Церкви Православной, здесь, на Дону, зажгли очень ярко эту свечу. И слава Богу, ударил Матушке Георгии, ее сыновьям, и ее сестер, ее помощникам. Эта свеча горит в Доны. Мы сегодня можем приходить сюда, на этот свет, стекаться, греться у этого огня и напитаться Божьим этим удивительным духом веры. И вас, владыка Михаила, сегодня тоже хочу поблагодарить за эту возможность прикоснуться как раз к опыту Церкви, который, наверное, можно назвать врачом
входящий, как вы сейчас когда вы сказали, действительно поколение меняется, но очень важна церковь преемственности. И вот общение с вами, молитвенное, любимое, просто человеческое общение для нас, молодых архиерей, это очень важно. Нам очень важно не потерять тот удивительный дух исповедения, тот дух веры, который вы получили в свое время от своих духовных наставников. И благодарю Господи Бога за возможность служить вам сегодня здесь. Ну и, конечно же, вас, вот эти Елисей, дорогой собрат, я благодарю за это приглашение. Давно мы собирались, чтобы вместе помолиться, не было такой возможности. Но Господь исправляет наши стопы, направляет нас к доброму делу. Я желаю вам тоже крепости сил. Служение наше архиерейское, молодое, по-своему непростое. И помощь вам Божия всегда будет с вами. Спасибо, Господи, всех. Спасибо, Господи. С праздником! Спасибо, Господи!